Расписные елочные игрушки, разноцветные гирлянды, мишура, летящие клином Деды Морозы. Не на экране, а прямо у лесной красавицы маленьких гостей встречает тот самый волшебник Александр Олешко. И сразу раскрывает секрет уникальной технологии создания советской игрушки. На хлебзаводах обязательно пыль, оседавшую от муки на пол, подметали, складывали в мешки и отправляли на фабрику, где изготавливали Дед Морозов. То есть в эту пыль от муки добавляли воду, это подмет назывался, и это была основа Дедов Морозов. Деды Морозы, снегурочки, плакаты, гирлянды и другие раритетные новогодние игрушки, словно машина времени, переносят в счастливое детство. А вот главные гости на благотворительной елке – ребята из детских домов региона. Что попросить у Деда Мороза, пока не решили. Еще не написали. Нет, мы еще не писали. Ну, а чем мечтаете? Что хотите попросить? Квадрокоптер. Ну, в основном хочется оценок, а так-то есть все уже есть, все, что надо, есть. Да. Хорошо закончить. Очень рада, то, что удалось все-таки на знаменитость, на актера посмотреть живую. Новый год, круглый год – так называется авторская выставка Александра Олешко. Коллекцию советских игрушек он собирал долгие годы. Все началось с Большого Деда Мороза, из ваты которого изготовили еще в 60-е годы в Донецке. Все дедушки в преклонном возрасте и путешествовать устали, шутит телеведущий. Теперь они радуют глаз посетителей в музее «Детский мир» в селе Вятское. Так как я все время на гастролях, я приезжал на какие-то развалы, на какие-то там антикварные какие-то там выставки. На самом деле они не так дорого стоят. Это все копеечные, в общем, истории, но для меня они бесценные по другому признаку, эмоциональной какой-то радость. Я думаю, ну ладно, и этого дедушку заберу в Москву. Ой, и этого заберу. От раритетных игрушек к современным. Блестками и узорами на мастер-классе ребята украсили елочные шары. А вот на конкурсе поэзии юные чтецы из Некрасовского района состязались в лучшем прочтении стихотворения Николая Некрасова. Лесо сдавался-то под голосека. А что, у отца-то большая семья? Сима-то босая, на два человека всем за кофту. Отец мой, да я. Дни Некрасова в Вятском проводятся ежегодно. Фестиваль стал поистине доброй традицией. Кому на Руси жить хорошо? В этой поэме Николай Алексеевич Некрасов описывает ярмарки в селе Кузьминском. Так вот, историки-краеведы утверждают, что село Кузьминское – это прототип села Вятского, потому что только здесь такая была огромная торговая площадь, только здесь проходили такие масштабные ярмарки. И Некрасов охотился в здешних местах. В завершении праздничного дня творческая встреча с телеведущим Александром Олешко. В новом мультимедийном ресторане он не только поделился интересными историями из жизни, но также исполнил песни из любимых советских кинофильмов. Анна Мелехина и Георгий Иванов. День в событиях.